И всем здорово, народ! Сегодня поговорим о современности пермского трамвая. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем! На данный момент в Перми эксплуатируется 5 моделей трамваев, а именно 71-911М «Львёнок», 71-934 «Лев», 71-619, 71-623 и 71-605. А на данный момент в Перми есть 7 трамвайных маршрутов, а именно номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 11 и номер 12. В основном все трамваи в городе Перми окрашены в фирменную брендовую окраску «Пермский период». Трамвай на данный момент единственный вид электротранспорта в городе Перми. Пермский трамвай проходит по главным артериям города, а именно улица Ленина, центр города, центральный рынок. Он проходит около ЦУМа, около Комсомольского проспекта. Трамвай также заходит на Пермь вторую. Это самая главная станция, железнодорожная станция в Перми. Также трамвай проходит через парк камней. В прошлом году на Львёнке и Лев вывешивали гирлянды ближе к Новому году. Тем самым ПГТ украшал трамваи к Новому году. Также планируется строительство ветки на микрорайон Садовый. В 2020 году трамвай привез всего лишь 17% от общего числа пассажиров. Это объясняется неразвитостью сети. Трамвай хоть и проезжает через самые важные места, но во многие районы он все-таки не заходит. Например, микрорайон Соболи, микрорайон Юбилейный, микрорайон Владимирский и другие. Трамвай также не заходит в один из достаточно больших районов, в котором есть как и частный сектор, так и обычные большие жилые дома, многоквартирные. Это Орджоникидзевский район. В Орджоникидзевский район вообще не заходили ни трамвай, ни троллейбус. В Орджоникидзевском районе никогда не было электрического общественного транспорта, не считая городской электрички. К 2023 году планируется реконструировать депо Балатова, а также участок на улице Мира. Также из-за строительства моста на пересечении улиц улица Столбовая и шоссе Космонавтов трамвай там будет закрыт. Из-за этого не смогут работать маршруты номер 11 и номер 12. Возможно, будет работать только лишь маршрут номер 2, но это не точно. 11 и 12 трамваи на время ремонта закроют точно. В 2020 году с улиц Перми окончательно вытеснили трамваи модели 71608К и 71608КМ. В ближайшем будущем также планируют вытеснить трамваи модели 71605 и полностью заменить их на Львёнке, так как в скором времени еще должны прийти 73 Львёнка. А также были планы по закупке одного Льва. Ну, а на этом у меня все. Я рассказал про современность пермского трамвая. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока.